спросил у писателя. Здорово, блин! Собрал по кусочкам бумаги, сложил грифеля на кровать, приподнял голову в страхе и начал читать. И каждую ночь распадаются в коде 100 миллионов частей моих плоти. Еле живой. Каждую ночь распадаются в коде 100 миллионов частей моей плоти. Все на одной. На черно-белой картине тикая глазом на свет, закутанный в паутине, есть свой портрет. Многоэтажной квартире я типа Герберт Уэллс. Все невидимые в мире я типа Стэнс. И каждую ночь распадаются в коде 100 триллионов частей моих плоти. Я лежу. Каждую ночь распадаются в коде 100 триллионов частей моих плоти. Все до одной. Если из-за писателя выпухло тело, куришь и пьешь, да вообще без предела, ты теперь, значит, готов тоже вынеси мозг ему. Идиот. Если из-за писателя выпухло тело, куришь, пьешь, да вообще без предела, ты теперь, значит, готов тоже вынеси мозг ему. Пусть каждую ночь распадаются в коде 100 триллионов частей его плоти. Еле живой. Каждую ночь распадаются в коде 100 триллионов частей его плоти. Тело одной. Пусть каждую ночь распадаются в коде 100 триллионов частей его плоти. Еле живой. Каждую ночь распадаются в коде 100 триллионов частей его плоти. Тело одной. Привет. Удобная штука. Мне как директору приходится как бы контактировать с людьми разными, да, и очень удобно не диктовать там всякие телефоны и давать какие-то ссылки, а приложить карту, и все контакты сразу будут у человека в телефоне. А я уже сколько раз сталкивался с такой штукой, когда просят, ну скинь ссылку на ваше видео, а ты теперь берешь, подносишь, так раз, потому что визитки все, что они не котируются бумажные. Никогда. Они теряются, да. Да, это просто офигенно. Или в такой шумной остановке, как концерт, допустим. Какой-то телефон, 8900, чего, блин, подойди крошки. Ну да, на фестивалях это просто прошел пик, все там. Короче, люди подходят, а что, как называется-то? Просто каждому, даже фанатам можно. Да, да, да. Короче, крутая тема, айдот будет. Я на земле лежу, как зверь, дышу на зоне. Хожу ногами по земле, пишу мозу. Хотя моя мама была супергерлой, пила вообще мало, и белой, и черной. Не досталось и ладно, мое рождение исчезло в непонятном направлении. Всегда ли нет?
супергерлой пила вообще мало. И белой, и черной не досталось, и ладно. Моего рождения исчезло в непонятном направлении. Мне залил, где кровь, счастье вообще. И сумасшедшая любовь пошла по мне. Хотя моя мама была супергерлой, пила вообще мало. И белой, и черной не дождалась, и ладно. Моего рождения исчезло в непонятном направлении. Хотя моя мама была супергерлой, пила вообще мало. И белой, и черной не дождалась, и ладно. Моего рождения исчезло в непонятном направлении. Здравствуй, дорогой, улетай, ура! Потому что... Ромашкой в руке, закрытый за туманом, в кожаном пиджаке, с оторванным карманом, листаю каталог, полезная страница, кем бы я теперь бы мог заново родиться. Все теперь вчера, все мои подружки, пляски до утра, мягкие подушки, вот ты молодец, сила меня убила. Ты нехорошо, хотя со мною поступила. С таблетками, бинтами, чудесным палачом, с душевными глазами, отличным другом для экспедиционистов. Или раз не лучший тренер, я девчонок теннисисток. А я теперь лежу, едут вездеходы, привет, мальчишу, плывут пароходы, привет, мальчишу, едут поезда. Я закончил все внезапно, мне теперь вообще без Все напрасно, каждый раз убивая меня, жизнь прекрасна. Все плакана и прекрасна, прекрасна. Все напрасно, каждый раз убивая меня, жизнь прекрасна. Все плакана и прекрасна, прекрасна. Все напрасно, каждый раз убивая меня, она прекрасна. Заплакана и прекрасна, прекрасна. Все напрасно, каждый раз убивая меня, она прекрасна. Заплакана и прекрасна, прекрасна. Yeah.
Друзья, несколько дней лил дождь, и наконец выглянуло солнышко. Мы желаем, чтобы весь остаток, в общем-то, времени, которое у нас есть в будущем, был такой же, как сегодняшняя погода. Ура! Друзья зануды и изучали институты. Пока мои подруги дуры, силиконили фигуры. Кто-то стал уже масоном, кто-то в поисках бозона. Только я, который год, смотрю безумно на восток. Мое солнце восходит, несмотря ни на что. Я негодяй и погона, ну и хорошо. Мое солнце восходит, несмотря ни на что. Я негодяй и погона, хорошо. Эй! И вот вокруг меня магнаты, алкаши и депутаты. И свергают ротовой полостью, ну давай ломай меня полностью. С этими мудрыми, до чего дожили, еще не родился, все мы же дожили. Только я, который год, смотрю безумно на восход. Мое солнце восходит, несмотря ни на что. Негодяй и подонок, ну и хорошо. Мое солнце восходит, несмотря ни на что. Я негодяй и подонок, ну и хорошо. Чего-то еще.
И я касаюсь между нами грациозе и пластике. Течет еще одна реальность по груше фантастики. Ее немногие видят, бегут за ней потом. Одни уходят на небо, другие уходят в дурдом. Валяется в луже. Взрослые думают, что может быть хуже. Детям не грустно, они раскрывают. Может, пока они дети, они больше нас знают. Они спрячут улыбки, больше их не покажут. Потому что за радость их непременно накажут. Они станут, как мы, не надо морочиться. Мы тоже не улыбаемся, когда действительно хочется. И не касаясь между нами грациозе и пластике, еще одна реальность подружи фантастики. Ее немногие видят, берутся ей потом. Одни уходят на небо, другие уходят в дурдом. Бегали люди, кинулись к врачам. Как хорошо, что вы приехали. Идут не скорее, все махают руками. Там человек убило. Смотрите сами, вот это место. Мы даже сделали фотки. Вот так горячий асфальт, изолента, штаг. И все внезапно заткнулись. Внизу под ногами вместо убитого надпись. Благодарю, что жил с вами. И я начинается завтра. Ровно в полдень я буду на месте. По разрисованным маршрутам и картам я сам не помню, но, наверное, ездил. И так не хочется смотреть под колеса с высоты 10 километров. Я знаю, есть один правильный способ. Он самый правильный способ. Это побежали отсюда, понимаешь, такое дело. Нас с тобою лечь интересует. Меня твое, тебя мое тело. Побежали отсюда, понимаешь, такое дело. Нас с тобою лечь интересует. Меня твое, тебя мое тело. Мои глаза, как цветной телевизор, тебе покажут все, что будет с нами завтра. Мы угадали 2 билета с сюрпризом и никогда не вернемся обратно. И кто-то на большом паровозе приедет к нашему дому. Он будет долго нас ждать на морозе. Пускай билеты достаются другому. Побежали отсюда, понимаешь, такое дело. Нас с тобой ведь все интересует. Меня твое, тебя мое тело. Побежали отсюда, понимаешь, такое дело. Нас с тобой ведь все интересует. Меня твое, тебя мое тело.
Благо держит наше зле на руках в облаках. Шум железных колес меня везет паровоз. Когда я ем или сплю, я это очень люблю. Мне как-то очень легко, но только помню, что ночью бродят по вагону три красавицы в погонах. Отрывая от клещей ноздри пальцами вообще, все такие стильные, тетки брутальные. Мы с тобой синие, горизонтальные. Все такие стильные, тетки брутальные. Мы с тобой синие, горизонтальные. Еще есть аэропорт, всех приглашают на борт. Горит фонарь, пристегнись, и будет все заебись. Как будто если я пей, если забил на ремень, все мы рухнем под мост и оторвется хвост. В самолете между кресел чутко ходят стюардессы. Непристегнутым друзьям отрывают ухи прям. Все такие сильные, четкие брутальные. Синие, горизонтальные. Все такие стильные, четкие брутальные. Мы с тобой синие, горизонтальные. Все такие сильные, четкие брутальные. Мы с тобой синие, горизонтальные. Все такие стильные, четкие прекрасные. А мы с тобой синие, но чёрта прекрасные. Человека пытаются как-то решить. Задача живущих встретиться, поговорить. Но разница между живущими тысячи лет, и вместе они как бы есть, а как бы их нет.
если первый напишет письмо и отправит конверт, он вряд ли когда-то получит обратный ответ. И вот двое уселись на один и тот же утес, свесили ноги вниз и понеслось. Один говорит: «Здравствуй, друг!» Другой отвечает ему: «И вдруг что-то на общих небесах сделала вдруг». И оба смотрели на самый верх, сверху сыпался детский смех, и оба узнали, что не это один человек. Однажды на землю спустилась глубокая ночь, не слышно ни одной машины, не стало точь в точь, как если бы я был полностью опустошен. Да, я пустая коробка с наклейкою «Все хорошо». И сидя в холодном углу, как побитая масть, швыряя по комнате деньги, бутылки и сласть, смотрю на свое отражение со стороны. Часы прекратили движение и понеслась. Кто-то сказал мне: «Здравствуй, друг!» Я отвечаю ему: «И вдруг что-то на наших небесах сделало вдруг». Мы оба смотрели на самый верх, сверху сыпался детский смех, и мы оба узнали, что мы это один человек. Кто-то сказал мне: «Здравствуй, друг!» Я отвечаю ему: «И вдруг что-то на наших небесах сделало вдруг». Мы оба смотрели на самый верх, сверху сыпался детский смех, и мы оба узнали, что мы это один человек. Спасибо вам большое! Я собираюсь навести своих друзей, из тех друзей возьмем билеты в драмтеатр, в галерею и в музей. Пойдем на Моцарта, Сальерина, без них так сложно жить, я обещаю. Мы вообще не будем пить, если культуры будет мало, я даю тебе суммы на последние рубли, заскочим в шахматный клуб, телефон мой будет включен и доступен буду я. Такие вот планы, отпусти ты меня. Поздно вечером я открываю глаза, а рядом люди с крыльями и голоса. Поздно вечером под белой луной едет скорая вместе со мной. Теперь я понял, что хорошее, а что такое зло. Знаешь, просто в прошлый раз на чуть-чуть не повезло. Теперь я очень осторожен. Такой вариант будет просто невозможен. У меня другой план. Я оставлю дома деньги и пойду к своим друзьям. Расскажу, чем отличаемся все мы от обезьян. Пить ужасно плохо для здоровья и вообще. Пусть придурки не знают, что пахнут на кладбище. Поздно вечером я открываю глаза, а рядом люди с крыльями и голоса. Поздно вечером под белой луной едет скорая вместе со мной. Поздно
я открываю глаза. А рядом люди с крыльями и голоса. Поздно вечером под белой луной едет скорая вместе со мной. Расскажу, но никто не поверит, а мне имен надо. Где мы были, никто не проверит. Я рад и ты рада. Давай покурим по последней фуре. Завтра встретимся снова. Доберешься к себе, не забудь позвонить мне из дома. Телефонистки сходят с ума по одной, когда звонок приходит с земли. Но я у нас какой-то другой. Телефонисты в панике рвут провода. Такие между нами звонки не мог бы проходить никогда. Расстояние в тысячи лье всего две остановки. Возле каждой на каждом столбе висят цветные листовки. На них написано, что кто нас найдет, получит награду. Но все нас видят и никто не встает. Я рад и ты рада. Телефонисты сходят с ума по одной, когда мне кто-то звонит с земли. Но я у нас какой-то другой. Телефонисты в панике рвут провода. Такие между нами звонки не могут проходить никогда. Пока из окон соседних домов доносятся стоны, пока соседи хватают бинокли и ползут на балконы. Давай покурим по последней в путь, завтра встретимся снова. Доберешься к себе, не забудь, позвонишь мне из дома. Три теннисистки сходят с ума по одной, когда звонок приходит с земли. Но явно с какой-то другой. Три теннисистки в панике рвут провода. Такие между нами звонки не могут проходить никогда. Телефонисты сходят с ума по одной, когда звонок приходит с земли. Но я у нас какой-то другой. Телефонисты в панике рвут провода. Такие между нами звонки не могут проходить никогда. Спасибо вам большое! На поверхности солнца
среди ночи встречаемся. До рассвета решаем все и размножаемся. А больше здесь делать нечего. Нацарапал послание. Прилетай завтра вечером. Буду ждать, до свидания. Ура! Огромные ветки распускают больные цветки. Их стволовые клетки разотрут в носовые глотки. Что из этого будет? Непонятно, и все-таки ведь странные все мы люди. Надо отсюда лететь. На поверхности солнца среди ночи встречаемся. До рассвета решаем все и разбегаемся. Больше здесь делать нечего. Мы царапал послание. Прилетай завтра вечером. Буду ждать, до свидания. Едет цунами по усталой воде. Его до смерти забьет кулаками и попробует сжечь на костре. Что из этого будет? Непонятно, и все-таки ведь странные все мы люди. Надо отсюда лететь. Поверхности солнца, среди ночи встречаемся. До рассвета решаем все и разбегаемся. Больше здесь делать нечего. Нам царапал послание. Прилетай завтра вечером. Буду ждать, до свидания. Увидим друг друга, сигнал будет таким. Больше здесь делать нечего. Я царапал послание. Прилетай завтра вечером. Буду ждать, до свидания. Вот мне снилось, мой календарь не закончился. Зря я 100 лет назад мучился, корчился, пытаясь запомнить слога в твоем имени, но умер и сразу забыл. Извини меня, помню нечетко свои впечатления. Помню, что было известно решение для остановки по жизни на полпути, чтобы тебя найти. Верь мне, я буду просить богов, чтоб сделали из нас хоть врагов. Но чтобы быть вместе с листьями чая, храни свое тепло и уют.
враги друг друга не предают. И я обещаю. Мне снилось, я написал биографию и прятал ее в своем доме под постелем. Снились друзья, незнакомые площади, чашки, пижамы, машины и лошади, дворники, доктор, пожарные, скорая, крики, носилки, одежда вся порвана. Помню все лица, но только вот я совсем не запомнил тебя. Верь мне, я буду просить Богу, чтоб сделать из нас хоть врагу, но чтобы мы сумели. Селища нищая, храни свое тепло и уют. Враги друг друга не предают. И я обещаю. Я буду просить богов, чтоб сделали из нас хоть врагов. Но чтобы мы вместе, встретя нищая, храни свое тепло и уют. Враги друг друга не предают. И я обещаю. Верь мне, я буду просить богов, чтоб сделали из нас хоть врагов. Но чтобы быть вместе, слизься нищая, храни свое тепло и уют. Свои друг друга не предают, и я обещаю. Это так грустно, твои глаза взяли и завязали чьи-то чужие часовые пояса. Проще все сказать устно, это так грустно, твои глаза взяли и завязали чьи-то чужие часовые пояса. Свернутый в одно полотенце, стерео удар двойного сердца не для кого. Не для кого! Ведь даже тысячная часть одной мили слишком велика, когда кричишь или пишешь письмо. Пишешь письмо, а ведь проще все сказать устно. Это так грустно, твои глаза взяли и завязали чьи-то чужие часовые пояса.
вообще все сказать чувства. Это так грустно, твои глаза взяли и завязали чьи-то чужие часовые пояса. Прощаемся с вами, удачи вам! Берегите самое-самое важное, что есть в ваших жизнях, ваших друзей, вашей семьи, ваших родных. И пусть у нас у всех всегда все будет в жизни заебись! Доброе утро!
пятого дня. Такое впечатление началось без меня. И кошелек в своем кармане почти пустой. Послушай меня, девочка, идем домой. Идем домой. Идем домой. После дивной ночи сосед по этажу тащит по ступенькам молодую госпожу. Заветное желание наполнится водой. Юноша, не парься, иди домой. Идем домой. Идем домой. Словно дом один, прячется за шторами секретный гражданин. Любой бывает разное, бывает и такой. Старик, теперь impossible идти домой. Спасибо, улетай! До новых встреч, друзья!